Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Думаю, все уже в курсе, что власти собрались не пускать людей без QR-кодов с 1 февраля в так называемые общественные места. В эти общественные места, в частности, похоже, попадут и магазины. И похоже, власти рассчитывали на то, что общество в очередной раз это проглотит. Да и то, после обнуления на пеньках, после пенсионной реформы и так далее, у них были все основания надеяться на то, что у них пройдет и это. Однако все больше и больше похоже на то, что на этот раз коса нашла на камень, как говорится. География протестов против QR-кодов уже от Калининграда до Камчатки, и они, похоже, все нарастают и нарастают. И лозунги протестов весьма радикальные. Не допустим фашизма, люди не товар, не допустим превращения нас в стадо. Большинство протестных митингов власти не согласовывают, но это не останавливает людей. Впрочем, пока митингующие не требуют смены власти, а напротив, просят Путина не допустить введения QR-кода. Один из главных лозунгов – «Путин, услышь нас». Но вот что будет, если Путин, и нужно сказать в очередной раз, не услышит? Вот небольшой фрагмент новостного ролика канала RTVI. Россияне бунтуют против введения QR-кодов. География протестов от Камчатки до Калининграда. Лозунги у всех одинаковые. Не допустим фашизма, люди не товар и не превращайте нас в стадо. Большинство митингов официально не согласованы. Исключение Екатеринбург, где акция прошла с разрешения местных властей. Система сегрегации с QR-кодами может нас завести черт знает куда. То есть государство и так стало слишком большим. И сильным, да, мы люди стали маленькими и слабыми. А тут оно вообще пытается поставить под полный контроль личную жизнь людей. То есть я недоволен этим вот ужесточением, все большим лишением гражданских прав и свобод. Массовость подобных митингов оценивается от нескольких десятков до нескольких сотен. Одновременно с уличными акциями народная борьба против QR-кодов идет и в интернете. Противники электронных пропусков оставляют комментарии под постами Госдумы в Инстаграме, а также выкладывают ролики с хэштегом «Путин, услышь нас». Господин президент, мы знаем, что вам тоже непросто, и вы тоже стали заложником этой непростой ситуации. Но мы считаем, что надо сделать упор на таких людей, здравомыслящих людей. И, возможно, эти люди и мы все вместе станем тем единственным оплотом еще какого-то здравомыслия. И из нашей страны это распространится на весь мир. Известный оппозиционный политик Владислав Жуковский прокомментировал это так. Он считает, что обществом уже одержана первая победа. Она в том, что Госдума была вынуждена отложить принятие законопроектов о введении QR-кодов. Их рассмотрение перенесено на 14 декабря, а это дает обществу выигрыш времени в один месяц. Ролик на его канале Владислав Жуковский, он называется, лучше зачитаю. «Мы победили. Власть испугалась. Закон о QR-метках и цифровом концлагере отложен. Продолжаем борьбу». Вот как он об этом сказал. Я хочу поздравить всех вас с очень важной победой благодаря нашей активной гражданской позиции, потому что мы не отмолчались, не спрятались. Власть была вынуждена пойти на попятную, и Совет Государственной Думы сегодня, рассматривая, значит, два вот этих вот антидемократических, преступных, антиконституционных законопроекта о введении QR-меток, о построении цифрового концлагеря, о, скажем так, легализации, значит, тотальной слежки за населением, сегрегации, дискриминации тех, кто не сделали себе укол. Вот Совет Госдумы был вынужден под напором критики общества отложить рассмотрение этих законопроектов. То есть формально они не отклонены, а они перенесены, их рассмотрение на 14 декабря, то есть на один месяц. То есть Государственная Дума сейчас, соблюдая регламент, направляет эти два законопроекта в субъекты Российской Федерации, в регионы, также в Счетную палату, Общественную палату, значит, на их обсуждение с общественностью. То есть, другими словами, власть испугалась. Они поняли, что поднимается мощнейшая волна негодования, мощнейшая волна протеста. Люди не согласны с тем, чтобы их, собственно говоря, идентифицировали как скот, как скотобазу, как какие-то палки, колбасы с этими QR-метками. И вот теперь они вынуждены такой сделать шаг, что, мол, надо будет нам это все обсудить, пообщаться, значит, в регионах, с законодательными органами власти в регионах, с губернаторами,
эмоциями, услышать людей. Поэтому сейчас очень важно понимать, что победа одержана, это победа гражданского общества, это победа людей, всех здравомыслящих граждан, свободолюбивых, но победа пока еще половинчатая, потому что 14 декабря, ближе к Новому году, когда люди будут уже готовиться к праздникам, к праздничным столам, покупать подарки, попытаются снова внести на рассмотрение два законопроекта, значит, о том, что без QR-меток невозможно ходить ни в магазины, ни в общепит, ни в культурно-досуговые мероприятия, ни, соответственно, пользоваться ави, ЖД-транспортом, международным, международным, и попытаются под шумок приближающихся праздников новогодних протащить эти два преступных законопроекта. Очень важно сейчас в регионах продолжить эту гражданскую, значит, настоящую протестную деятельность. И он призвал продолжить протестную деятельность. А именно он призвал записывать видеообращения и ставить подписи под соответствующими петициями и обращениями. То, что сейчас поднялась такая мощная волна, на его взгляд, дает надежду на то, что эффект от этого будет. Власть, похоже, поняла, что теперь идти против народа будет себе дороже. Также он полагает, что внесение на рассмотрение в Госдуму законов о QR-кодах нарушает как минимум 6 статей Конституции. И он перечислил, каких именно. Но и также он отметил, что социологические опросы показывают, что более 80% населения нашей страны выступают против введения QR-кодов. За QR-коды же всего 11% населения. Это итоги официальных опросов, то есть опросов заведомо лояльных к власти. Также он сказал, что фракция КПРФ в Госдуме категорически против введения QR-кодов и, видимо, будет против фракции «Справедливая Россия». Новые люди еще не определились. Что здесь можно сказать? В публикации «Гудков зреет бунт» мы уже обсудили, что может стать детонатором процессов, которые вызовут мощные социальные протесты, влекущие за собой смену власти, а то и общественного строя, революцию. Напоминаю, на взгляд Геннадия Гудкова, таким детонатором, или, как сейчас говорят, триггером, может стать появление новых приморских партизан. Я уже высказал в данной публикации свою точку зрения на происходящее и полагаю, что Гудков может оказаться правым. Напоминаю то, что я уже не раз говорил и буду повторять. Повторять до тех пор, пока в этом не отпадет необходимость. В условиях все растущей социальной активности населения подавлять эту активность силой – это даже не тушить пожар бензином, а тушить его напалмом. Чем сильнее власти затягивают гайки, тем больше возрастают шансы, что на этих гайках скоро сорвет резьбу. И что станет той последней каплей, которая переполнит чашу терпения, понятно, сегодня не знает никто. Но, на мой взгляд, у этих самых QR-кодов есть все шансы стать этой самой последней каплей. И вероятность этого куда выше, чем то, что последней каплей станут приморские партизаны. Люди не верят власти и, соответственно, не верят разработанной ей вакцине. И искренне убеждены, что борются не за что-нибудь, а за свое здоровье. И процесс этот по всему все нарастает. Не стоит забывать, что прошедшие выборы в Госдуму, если бы они были честными, Единая Россия бы проиграла. Но многие из тех, кто голосовали на этих выборах за КПРФ, на самом-то деле голосовали не за КПРФ, а против Единой России. Равно как ясно, что допустив власти до этих выборов, движение Навального, оно далеко оставило бы позади, что Единую Россию, что КПРФ. Но здесь-то ситуация в политическом, или точнее сказать, в партийном плане, совершенно нейтральная. Выходя на протесты против QR-кодов, люди ведь не выходят в поддержку КПРФ или в поддержку Навального. А значит, им не нужно идти здесь на сделку со своей совестью. Они выходят, как я уже сказал, как они полагают, ради защиты собственного здоровья. И власть уже, как наглядно видно, здесь кругом переиграла саму себя, не допустив до выборов популярных политиков популярное движение. Борясь против QR-кодов, люди могут быть полностью внутренне уверены, что поступают правильно. И в этом, думаю, сегодня заключен очень большой социальный потенциал. Я помню, в конце 80-х в карельском поселке Надвоице, ставшем для меня второй родиной, была очень похожая ситуация. Там деятельность местного алюминиевого завода вызвала массовую фтористую интоксикацию, отравление фтором людей и прежде всего детей. Ну а власти, понятно, пытались сделать вид, что все хорошо, все нормально. Ну и вот в конце 80-х это там тоже породило массовые протесты. Душой их стали женщины, точнее матери, которые очень переживали за здоровье своих детей.
И понятно, женщины там выступали против отравления своих детей. Они за Зюганова, за Платошкина, за Навального и так далее. И этот протест оказался самым эффективным. И думаю, он оказался таким самым эффективным, потому что он был самым искренним. Дело очень быстро дошло до ЦК КПСС и лично до Горбачева. И к работе по оздоровлению экологической ситуации в Надвоицах быстро подключились как центральные органы власти, так и международные организации. И, как бы это невероятно ни звучало, данную многолетнюю экологическую проблему в Надвоицах тогда таки удалось решить. Правда, для этого понадобилось очень много лет. И проблема решилась куда позже, чем в 80-е годы 20 века. Но вначале она была существенно уменьшена, а потом действительно решилась совсем. Я, понятно, тоже принимал активное участие в этой работе. Я тогда работал с международными организациями. Фильм нашей ГТРК «Карелия» о начале этой моей работы будет на конечной заставке. И я уверен, что это чудо произошло потому, что люди там боролись. Не за Платошкина, не за Зюганова, не за Навального. А потому что они там боролись за свое здоровье и, что еще важнее, за здоровье своих детей. В вопросах же с QR-кодами мы имеем то же самое. Один к одному. А значит, шансы, что это сработает, тоже, думаю, достаточно высоки. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках?